Буквально 3 минуты назад закончился матч. Москвив. Кстати, простите сразу за голос. Это последствия игры, как Чехов и сегодняшней игры. Мы как спортсмены не успели восстановить голосовые средства. Ну, поздравляю Павла Тураева, одного из лучших игроков сегодняшнего. Павел, вот невзирая на личность, я понимаю, что игроки не комментируют действия судей. Ну, понравилось вам судейство или нет? Я понимаю, чтобы не нарваться. Можно я не буду комментировать это? Понятно, это ответ, да, достаточно, да. Потому что нам трибуна показалось, мы тоже не комментируем судейство обычно. Просто оно может быть предвзято, не предвзято. Но сегодня оно, мне кажется, просто неквалифицировано. Особенно исполнение одного из судей. Я не говорю, что оно предвзято. Вот как раз не говорю. Ну ладно, мы выиграли, это важно. Тем более наши главные конкуренты потеряли по очку. Кстати, как вы считаете, ничья в матче Чехов-Перм – это плюс там или минус? Ну, конечно же, плюс. Главные конкуренты теряют очки. Тогда Чехов, у нас есть шанс бороться за первое место. Нет, просто что некоторые уже говорили, пускай бы Чехов выиграл, но уж за золото бороться не буду. Нет, в команде нет таких вот настроений в команде. У нас у тренера одна установка вот, на золото. Вот вы, в принципе, не были участниками длительной серии поражений от Чеховских медведей, вы выступали все в другом чемпионате. Но чем объяснить? Мы берем уже десятки интервью. Каждый раз игроки готовы, все вроде складывается нормально. Но как завороженные говорят, особенно в Чехове, мы. Даже, как я думаю, играю лучше, все время проигрываю. Вот в чем здесь это? Психология это? Я думаю, да, в какой-то степени психология. И мы очень много не забиваем своих моментов, которые должны быть реализованы. Но... Поэтому нам не хватает буквально пары мячей себе. Не обидно ли было вам, в принципе, находиться в хорошей форме, я имею в виду конкретно, не явиться на поле в Чехии? Обидно, но... Естественно, я не буду спорить с решением тренера. Нет, конечно, просто я тут вопрос, как обидно. Было досадно, конечно, очень хотелось поиграть с чеховским медведем. Ну, у нас, к сожалению, Дмитрий Николаевич, консервативен в плане ответственных игр. У молодых игроков берем. Мы сегодня не спросили Глеба, у него травма с Максимом или нет? Нет, у него вроде нет травмы. То есть он стопроцентно готов. Нет. Очень как бы он, Глеб, один из любимцев на трибунах, с его сумасшедшим растет. Мы все ждем его появления. Мы будем ждать еще. Теперь буквально два вопроса в преддверии игр на Кубок Вызова, где мы будем встречаться с Бенфикой. Вы в курсе, что вчера представитель португальского чемпионата достаточно легко обыграл представителя Швейцарии? Удивились вы этому результату или нет? Я еще ни разу, честно говоря, не играл с этой командой, поэтому я не могу оценить. Когда мы даже смотрим видео, всегда кажется по-другому. Ты видишь, ну вот, ну, где они делают очевидное, казалось бы, решение, потом, когда выходишь на площадку, все оказывается совсем наоборот. Ну, просто ему сложно судить о том. Просто Португалия имела команду в Лиге Чемпионов, чего Россия, ну, там, Чеховская Лига, а у них главная группа была Порто. А Бенфика занимает сейчас третье место после как раз вот вчерашней команды. То есть, говорю, команда очень сильная. И к ней надо готовиться на всеоружие подойти. И самый волнующий вопрос всех болельщиков. Каково состояние Касимова? Может ли, ну, иметь надежду, что он выступит? Я надеюсь, что сможет. Он уже бегает, насколько я вижу. Ну, будет тренажерный зал. Насколько он будет готов к игре, я не знаю. Кого сейчас спросить у врача. Но на тренировку только появляется постоянно. Ну, давайте тогда пожелаем вам удачи при этом встрече. Чтобы не было больше таких встреч. И побольше вас тренировать.